Ветераны Министерства по чрезвычайным ситуациям из республик и областей ПФО собрались в Чувашии. Они изучают опыт ветеранской организации Чувашского главка МЧС России. Ветеранская организация МЧС по Чувашии действует на базе первого федерального отряда противопожарной пропаганды и общественных связей. Спасатели республики рассказали гостям, как организована работа по профилактике пожарной безопасности. О критериях оценки деятельности ветеранских организаций рассказали его коллеги из Башкирии, Пензы, Саратова.